Небольшая гранитная табличка на стене школы хранила капсулу с посланием потомкам долгих 20 лет. Ее заложили ученики старших классов в год празднования 50-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Теперь они, уже взрослые люди, пришли, чтобы вспомнить, как это было. Было очень почетно, и дожить до этого времени, прочитать слова, увидеть свою роспись, увидеть в школе своих учителей, с которым закладывали эту капсулу, ну это большая честь. Оставить свое послание будущим поколениям решили и современные школьники. Они заложили в стену школы новую капсулу. Ее вскроют на столетний юбилей Великой Победы. И они нам завещали мир. И мы следующим поколением тоже завещаем мир, дружбу, солнце и здоровье. После торжественного митинга школьники отправились на просмотр фильма о войне. В документальной ленте собрана редкая хроника с полей сражений. Сама хроника была снята в годы войны нашими операторами фронтовыми, в том числе и Куйбышевской студии кинохроники. Хроника, она вот передает всю вот эту правду войны. Поэтому у меня... Очень большая просьба, да, в первую очередь, наверное, к старшеклассникам, но и к самым нашим юным школьникам, да, внимательно посмотреть, потому что лучше и правдивее ничего нет. Документальный многосерийный фильм «Великая Отечественная война» до 9 мая посмотрят все самарские школьники. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин, «События».